Здравствуйте! Сегодня я вам хочу рассказать и показать, как я вязала эту шляпку брюкским кружевом. Вязала вот по этой схеме, которая есть в свободном доступе в интернете. Вязала пряжи Денди, производство фирмы Camtex. Это 100% мерсеризованный длинноволокнистый хлопок. 50 граммах 330 метров. Вязала крючком 1,5 миллиметра. Эта шляпа связана тоже брюкским кружевом, но только тесьмой простой брюкской, без узора по тулье. Вязала пряжей Yarn Art Tulip в 50 граммах 250 метров. И тоже вязала крючком 1,5 миллиметра. Расскажу, как вязала вот эту часть, поля. Как ввязывала ригелин сюда. Как его закрепляла. Дам некоторые советы, а вам уже решать, воспользоваться ими или нет. Вязать шляпу будем вот по этой схеме. Она есть в свободном доступе в интернете. Можете ее взять, распечатать. Значит, здесь все обозначения. Тесьма. Это вяжется из 4 столбиков с одним накидом и 5 воздушных петель арки. Значит, для того, чтобы нам вязать тесьму, нам нужно набрать 4 и 5. Итого 9 воздушных петель. Вязать мы начнем с центра. Сразу хочу сказать, что каждая тесьма вяжется отдельно, то есть она довязывается, соединяется, скрепляется, и нитка обрезается, затем набирается снова. И так вяжется каждая тесьма. Значит, начинаем, как я уже сказала, с центра. Смотрим. В центре у нас по внешнему краю считаем 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 арок. Вот мы на них и будем ориентироваться. Вот я связала полных 12 арок с внешней стороны. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. А с внутренней стороны у меня только 11. Считаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Подошла я к 12 арке. Теперь мы с вами должны провязать в центр столбики с одним накидом. Причем, смотрите, каждый столбик объединяет две арки. Вывязываем в 12 арке с внутренней стороны 2 воздушные петли. Теперь мы должны объединить по 2 арки одним столбиком с одним накидом. Здесь у нас будет одна арка, это будет вторая. Значит, сюда вяжем столбик незавершенный. Только накид провязываем. То есть мы объединим вот эти две арки.
накид. Следующие две арки объединяем. Провязываем только накид. Накид. Следующие две. Провязываем только накид. Накид. Еще две цепляем. Провязываем только накид. Накид. Еще две. Провязываем только накид. Накид. И последние две арки соединяем. Провязываем только накид. Смотрим. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 петель провязываем. Провязываем эти две. Вывязываем половину арки. 2 воздушные петли. Теперь вяжем столбик в той части, где мы и вязали до этого. Провязываем только накид. Теперь заходим в начальную часть. Я беру вот так две петли, чтоб не вытянулось. И этой петлей провязываю все петли. Накид. Захожу во второй столбик. 1, 2, вот он. Провязываю только накид. И на этой стороне 1, 2, вот он третий. Так. Значит, вот под эту петлю захожу. И где-нибудь вот здесь вытягиваю и протягиваю. Накид. Третий столбик. Не довязываем. Сюда. И вот в эту петлю. Вытягиваю и этой петлей соединяю. Накид. И четвертый столбик вывязываем не до конца. И вот заходим опять под две петли. Сюда можно. И сюда. Вытянули. И этой петлей провязываем. Вот мы сшили. Связали эту часть.
Теперь нитку отрезаете ножницами, но такой длины, чтобы можно было заправить в иголку, потому что потом будем прятать эти хвосты. Я вам покажу, как я их прячу. Так, ну что, набрала я петли, провязала. Вот арка у меня первая. Вот она. И перехожу ко второй арке. Вывязываем 2 воздушные петли. 1, 2. Берем донышко. Смотрим, где у нас шов. Вот шов. Левая сторона, изнанка. И в следующую арку заходим. Почему рядом? Чтобы шов у вас проходил практически в одном месте. Вывязываем 2 воздушные, половину арки. Поворачиваемся. Вяжем 4 столбика. Один. Два. Три. Четыре. Вяжем полную арку. 1, 2, 3, 4, 5. Поворачиваемся. Вяжем 4 столбика с накидом. 1, 2, 3, 4. Вяжем половину арки, 2 воздушные петли. 1, 2. И соединяем в ту же арку, где уже мы соединялись. Столбиком без накида. Довязываем 2 воздушные петли. 1, 2. И поворачиваемся. Один. Два. Три. Четыре. Пять воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Итак, вы соединяете внутри по 2 арки с внутренней стороны. С внешней стороны у вас арки все полные, по 5 воздушных петель. И вот смотрите, если в первой тесьме у нас было 12, так, где тут написать, вот здесь видно, 12 арок, то в следующей тесьме будет 24 арки, а в следующей 36. То есть с каждым кругом мы добавляем только 12 арок. Причем, смотрите, если во второй полосе мы 2 арки соединяли, то в следующей полосе 2 арки в одну, затем 1 в одну, опять 2 в одну,
одна в одну. Так связала я донышком два ряда тесьмы. И теперь будем вязать тулью. Вот эту часть. Обращаю ваше внимание, что тулья вяжется вот с этого места. И вот этот ряд тесьмы тоже захватывается. Поэтому обратите на это внимание. Сначала мы с вами будем вязать вот эту часть. И потом только, когда ее закончим, будем вязать тесьму и прикрепляться. Так, вот у меня донышко с изнаночной стороны. Вот здесь у меня соединение. Вот соединение. И в первую арку поставила маркер. Вот мы будем сюда прикрепляться. Сначала свяжем три арки по вот этой внутренней стороне. Три полные. А с этой стороны у нас будет только две. Так, связала я заготовку. И вот так располагаем. С внутренней стороны у меня три арки полных. Один, два, три. С внешней. Две. Один, два. И вот с этой стороны мы начнем с вами вязать третью арку. Вот эту. Значит, мы должны провязать две воздушные петли, половину арки. И столбиками с двумя накидами соединить в одну, во вторую и в третью арку. Это столбики с двумя накидами. Провязываем две воздушные. Один, два. Берем донышком к себе изнаночной стороной. Вот здесь у меня швы. И будем соединять вот в эти три арки столбиками с двумя накидами. Так, два накида. Провязываем только накиды. Один, два. В следующую арку тоже столбик с двумя накидами. Тоже его не заканчиваем. И в третью арку тоже столбик с двумя накидами. Теперь провязываем 3 петли, заканчиваем столбики, объединяем их и соединяем с аркой. Довязываем 2 воздушные петли от арки. Уходим внутрь, провязываем полную арку, вот эту, и выходим сюда. Один, два, половина арки, 4 столбика, один, два, три. 4. Вяжем полную арку. 1, 2, 3, 4, 5. Поворачиваемся. Опять 4 столбика. 1, 2,
три, четыре. Так, подошли мы в сторону донышка. Вывязываем две воздушные петли, половину арки, и соединяем столбиком без накида в ту же арку, где у нас был последний столбик с двумя накидами. Две воздушки. Один, два. Вот арка, где у нас столбик с двумя накидами. Провязываем столбик без накида. Довязываем половину арки, уходим внутрь и выходим наружу. Один, два. Один. Два. Три. Четыре. Вяжем полную арку. Один, два, три, четыре, пять. Четыре столбика. Так, подошли мы опять к донышку. Вывязываем две воздушные. И в первую свободную арку вяжем столбик без накида. Один, два. И сюда вяжем столбик без накида. Довязываем две воздушные. Уходим внутрь и выходим наружу. Два. Один. Два. Три. Четыре. Вяжем полную арку. Один, два, три, четыре, пять. Идем в сторону донышка. Один, два, три, четыре. Вывязываем половину арки, две воздушные петли и провязываем три столбика с двумя накидами, причем один в ту же арку, где у нас столбик без накида, и два столбика в свободные арки. Две воздушные. Один, два. Вот здесь у нас столбик без накида. Вот этот. Вот сюда вяжем. Так, один столбик с двумя накидами, не заканчиваем. В следующую арку тоже столбик с двумя накидами, не заканчиваем. И сюда столбик с двумя накидами. Теперь провязываем только три петли, две петли. И эту арку заканчиваем. И вяжем 4 столбика с одним накидом. 1, 2. 1, 2. 3. 4. Как только мы связали это соединением, вот это, провязали 4 столбика, и мы должны провязать 2 воздушные петли и соединить вот здесь одна арка, вторая, третья, четвертая.
И вот это будет пятое. То есть 4 арки нам нужно собрать. Провязываем 2 воздушные. И собираем 4 арки. 1, 2, 3, 4. И сразу все петли, через все петли протягиваем. Закрепите и провяжем 2 воздушные петли, половину этой арки. И получится, что мы с вами соединили, объединили 5 арок. 1, 2. Вяжем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. С внешней стороны, теперь вот здесь мы находимся, вяжем полную арку. 1, 2, 3, 4, 5. Идем внутрь. 1, 2, 3. Провязываем 2 воздушные петли и соединяем с противоположной. Довязываем 2 воздушные и уходим наружу. Вяжем полную арку. 1, 2, 3, 4, 5. Повернулись. Вяжем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Вот у нас последняя арка. Вывязываем 2 воздушные и соединяем. И довязываем 2 воздушные петли, половину арки. После этого соединения, вот я сделала скругление, вот эту часть я провязала. Затем провязала одно соединение. Ну, это можно взять любую арку, допустим, вот эту. И теперь я сделала вот это соединение. То есть у меня после скругления вверху 2 соединения. После этого соединения нужно по внешней стороне провязать 1, 2, 3, 4. 4 полные арки. Вяжем самостоятельно. То есть, вот, после этого соединения с этой стороны должно быть 4 полные арки. Ну что ж, связала я 4 полных арки. Раскладываем по схеме, как я вам всегда говорила. Вот у меня 4 арки после вот этого соединения. 1, 2, 3, 4. 4 полные. И я ушла внутрь, провязала 4 столбика. Вот сюда я ушла. Теперь я должна провязать
две воздушные петли, половину арки, и соединить 1, 2, 3, 4. 4 арки. И когда эту закончим, это будет 5-я. Вывязываем 2 воздушные. 1, 2. Собираем 4 арки. 1, 2, 3, 4. Все провязываем вместе. Подтягиваем. Закрепляем и довязываем эту половину арки, то есть 2 воздушные петли. 1, 2. Так, вяжем 4 столбика. 1, 2. 3, 4. Вяжем полную арку. 1, 2, 3, 4, 5. И поворачиваемся, идем внутрь. 1, 2, 3. Вывязываем 2 воздушные и соединяем с противоположной аркой. Довязываем 2 воздушки. 1, 2, 3. 4. Полная арка. 1, 2, 3, 4, 5. Поворачиваемся. 4 столбика. 1, 2, 3, 4. 2 воздушные. 1, 2. Соединяем с последней свободной аркой. Довязываем арку. 1, 2. Поворачиваемся. 1, 2, 3, 4. Полная арка. 1, 2, 3, 4, 5. Идем внутрь. 1, 2, 3, 4. Когда мы закончим соединять последнюю свободную арку, я не знаю уже, сколько у вас там будет, вот мы подходим к донышку, и вот здесь арка, вот это. Вот эту арку мы должны соединить. Мы сейчас будем ее вязать. Вывязываем 2 воздушные. Вот половину этой арки. И должны соединить вот с этой частью. Вот они. Здесь у нас 3 столбика. Вот 1, 2, 3. Постарайтесь попасть вот сюда в центр. Соединили. Довязываем 2 воздушные. Уходим внутрь. И выходим наружу.
Полный акт. 1, 2, 3, 4, 5. Опять подошли мы к донышку. Вяжем 2 воздушные петли и вяжем столбик без накида в ту же арку, где у нас был столбик с 2 накидами. 1, 2. Вот арка. Вот столбик с 2 накидами, вот сюда прикрепляемся. Довязываем арку. Уходим внутрь и выходим наружу. Вот дошла я опять в сторону донышка. Вот здесь я нахожусь. Мне нужно провязать 2 воздушные петли. Половину арки и соединить свободную арку столбиком без накида. 1, 2. Свободную арку соединяем столбиком без накида. Довязываем эту арку, 2 воздушные петли, уходим сюда внутрь и выходим наружу. 2 воздушки. 1, 2. Четыре столбика. 1, 2, 3, 4. Полный арк. 1, 2, 3, 4, 5. 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Так, дошли мы до донышка. Вяжем половину этой арки. 2 воздушные. 1, 2. Теперь от этой арки вяжем столбик с 2 накидами в ту арку, где столбик без накида, в следующую арку столбик с 2 накидами и в следующую столбик с 2 накидами. 2 накида. Здесь у нас столбик был без накида, значит сюда вяжем. 1. Не заканчиваем. Свободную арку. Второй. Не заканчиваем. И в третью арку еще один. Не заканчиваем. Теперь провязываем 3 петли, 2. И заканчиваем арку и идем внутрь. 1, 2. 1, 2, 3, 4. И как я вам ранее говорила, вот после этого соединения у нас будет соединение 4 арок. Точно так же, как и здесь. То есть вывязываем 2 воздушные и собираем 4 арки. И протягиваем, затягиваем, закрепляем, провязываем 2 воздушные от половины арки и уходим наружу. Теперь вы самостоятельно провяжите
Вот сюда соединение, это будет второе, и вот сюда будет третье. Вот три соединения провяжите, чтобы у вас здесь внизу осталось три свободные арки. Один, два, три. Так, провязала я три соединения. Один, два, три. Вот это соединение последнее, оно вот оно. Вот это. И вот после него нужно провязать только три полные арки. Один, два, три. Уйти внутрь и собрать четыре арки, как я вам показывала ранее. Вот у меня одна арка уже есть. Один. После соединения. Два, три. Всегда обращайте внимание, чтобы у вас вот здесь внизу после соединений оставалось две свободные арки. Здесь у меня три свободных. Один, два, три. Но вот эта арка, она у меня будет от этой части. Я же ее не довязала. Вот когда я ее довяжу, я соединю, и у меня тоже останется две свободных арки. Ну вот, довязала я вроде до конца. А здесь, видите, еще остается отверстие. Хотя арки уже заняты, в них провязано. Вы не огорчайтесь. Значит, вот здесь у меня во втором ряду как и по схеме 24 арки. Вот у меня здесь тоже 24 арки. То есть количество арок делится на 3. Вот раппорт этого узора 3 арки. И опять повторяется. 24 делится на 3. В следующем ряду 36 арок тоже делится на 3. Так. Все арки задействованы. Но вы все равно вяжите вверх. Вот у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. А должно быть 8.